Про ситуацію в Білорусі станом на зараз, що відбувається, поговоримо далі з Андрієм Куречиком. Доєднуємо його до ефіру. Це член координаційної ради білоруської опозиції. Пане Андрію, вітання вам, доброї ночі. Вітаю. Давайте почнемо з смерті Володимира Макея. Насправді, що про це кажуть в Білорусі? Чи кажуть, що Москва може бути зав'язана тут? І кого звинувачують наразі? Чи є такі звинувачення, вірніше? Версий много, действительно, и слухов много. Смерть абсолютно неожиданная, он не болел ничем, не было ощущения, что у него какие-то проблемы со здоровьем. Случилось буквально мгновенно, списывают на инфаркт, но даже если предположить, что речь идет о сердечном приступе, очевидно, что, ну, наверное, его что-то так взволновало, и что-то привело его в такую эмоцию, которая могла вызвать и, в том числе и инфаркт. Что именно, мы пока не знаем, но, очевидно, какая-то серьезная новость. Андрію, його називали одним з найпрозахідніших так званих політиків Білорусі. І ось тут якби і криються всі ці теорії змови. Ця людина справді розглядалася як наступник Лукашенка, який може помирити Білорусію з Заходом? Да, он назывался среди тех, кто может возглавить Беларусь от, ну скажем так, круга Лукашенко после ухода Лукашенко самого. Он скорее, он не был прозападником, но он держал контакты с Западом. По большому счету, это был единственный доверительный контакт между Лукашенко и западными лидерами, потому что официальных контактов не осталось никаких. И это был человек, который держал эту линию связи. И теперь, когда он умер, абсолютно непонятно, с кем, в принципе, Запад может разговаривать в кругу Лукашенко. Ну, а насправді зараз мова йде про те, що Москва могла бути зацікавлена в смерті Макея, що це таке собі попередження Лукашенка, в разі чого він обере не сторону Кремля, може отримати те ж саме, що отримав і очільник МЗС. Ну, после Скрипалей, после отравления Навального мы от Москвы можем ожидать чего угодно, в том числе и такой посылочки. Хотя мне кажется, что все-таки эта версия более такая конспирологическая. Но если предположить, что действительно есть задача или убрать Лукашенко, или заставить его быть абсолютно послушным, да, может быть и такая версия, что решили ударить по самому доверенному человеку в его отношениях с Западом, то есть с врагами Кремля. Насправді просто є от останні вчорашні дані аналітика Інституту Роберта Ластінга, який стверджує, що Росія може ліквідувати Лукашенка з метою отримання конкретики і отримання контролю над військами для того, щоб потім білоруськими військами атакувати Україну. Що ви про це скажете? Ну, тоже такой вариант. Дело в том, что сила белорусских войск очень преувеличена. И по большому счету это не войска. Это не та армия, которая может атаковать вообще кого бы то ни было пока на данном этапе. Это 18-летние новобранцы. У нас нет профессиональной армии, у нас не было опыта вообще когда-либо каких-либо боевых действий. И это абсолютно парадная армия. Поэтому, собственно, она и не включилась в эту операцию, именно потому, что нечем включаться. Рады бы, но нечем. Но с символической точки зрения и с точки зрения оттягивания украинской группировки с юга и юго-востока, удар с севера имеет смысл, и он постоянно рассматривается, и к нему серьезно относится и Генеральный штаб Украины, и Главное управление разведки. И действительно, это могло иметь только один смысл – это оттянуть достаточно большую часть войск Украины на север. Но на самом деле вот та группировка, которая создается сейчас, совместная группировка Беларуси и России, она все равно управляется российскими генералами. И это не скрывается. То есть в этом смысле Лукашенко вряд ли имеет какое-то право слова по отношению к этой вот группировке.
Ну от якраз ви згадали про можливі вторгнення з білоруської території. Ви, мабуть, чули цей невеличкий брифінг Лукашенка після засідання ОДКБ, де він відверто погрожував, робив такі, знаєте, войовничі заяви з приводу того, що Україна просто змушена погодитися на те, що пропонує Російська Федерація, інакше 20 або 30 мільйонів, тобто повториться все те, чим Радянський Союз прославився під час Другої світової війни. Тобто абсолютно величезні жертви. І що Україні нема куди діватися. От можете прокоментувати, що це було? Да, да. Ну ви ж розумієте, що це він не сам придумав. Да? У нього ніякого інтересу в цій війні нет, у Лукашенка. І он не і у білорусов нет. У нас нет ні територіальних претензій, ні каких-либо там других претензій к Україні. Он передав слова, которые он явно услышал во время закрытых, видимо, вот этих сессий ОДКБ. Путину надо было как-то удержать этот расползающийся союз. А для этого ему надо демонстрировать воинственную риторику и победу, которой нет. И понимая, что армию он не может победить украинскую, единственная надежда – это напугать какими-то большими последствиями или жертвами. Сам он это сделать не может напрямую, потому что и так все считают его террористом, и так все считают его сумасшедшим, выжившим из ума, фюрером очередным. Да? Он это как бы передал через Лукашенко, это послание. Или вы становитесь на колени, или я буду пытаться вас уничтожить. Я не считаю, что он имеет такую возможность. И видите, весь ход войны показал, что все его попытки в итоге оборачивались полным разгромом. И даже самые-самые его пафосные заявления насчет, я не знаю, там Херсона или чего-то, в итоге обернулись банальным бегством российской армии. Я думаю, тот тоже сам. Но вот то, что он использует Лукашенко как глашатая, как посланника, это очевидный факт. Чи змінюється думка білорусів стосовно підтримки цієї війни навіть з певними заявами Лукашенка? Ми розуміємо, що ця внутрішня пропаганда також є. І от з місяцями війни, пане Андрію, як ви бачите, чи готові підтримати? Ну, можливо, є ті люди, які за якісь певні кошти, за якусь винагороду готові зараз піти на територію України воювати? Ну, смотрите, какой-то процент пророссийских, как это сказать, да, ватников, наверное, я так это в качестве термина использую, не как оскорбление, а как те люди, которые за некую российскую идею, сверхидею. Их, наверное, очень небольшой процент есть. Но белорусское население в целом знает цену войны еще после Второй мировой войны. Мы потеряли, как республика, наибольший процент населения. А во-вторых, все прекрасно отдают себе отчет, что в случае контрнаступления украинские войска будут в Минске через неделю. Там просто некому защищать город. То есть, в отличие от украинской армии, которая билась до последнего, белорусская армия точно не будет биться за Лукашенко. Это я могу абсолютно гарантированно сказать. И все прекрасно понимают, вступление в войну может означать вот такой обратный рейд. И украинцы будут встречать просто с цветами и плакатами в Минске. Поэтому, конечно, население абсолютно против. Лукашенко это чувствует. И каждый раз, несмотря на все эти угрозы, которые он передает от Путина, несмотря на все эти прогибы, он и его министр обороны, и его официальные лица говорят, что Беларусь не заинтересована в прямом участии в этом конфликте. Я думаю, что вот это правда. Ну, на жаль, мы это чули еще до 24 лютого и бачили результат. Тому тут довіри немає. Я бы не ждал от него благородства, естественно, от Лукашенко. Это не тот человек. Но у него есть чувство самосохранения. И его чувство самосохранения диктует ему, что белорусская армия – это единственное, что может еще его защитить хоть как-то на посту президента, не должна в этом участвовать, потому что ее просто перемолят, и тогда его дворец будет охранять не белорусская армия, а российская нацгвардия во главе с Кадыровым.
І думаю, що він цього поки не дуже хоче. Андрій, ну а тоді для чого створюється такий інформаційний шум, я б сказав, який має демонструвати якусь начебто напругу на україно-білоруському кордоні, там постійно, от за повідомленнями білоруських цих провладних телеграм-каналів, то безпілотники українські кудись залітають, то мінування відбувається прямо в межі на кордоні. Це ж все лише, ну, якби риторику підсилює. Это действительно, вы правильно сказали, это риторика, это демонстрация Путину того, что Беларусь является союзником и с просьбой, как всегда, очередного там миллиарда долларов за эту демонстрацию. Ну, это ж недорого стоит, да, там написать что-то на телеграм-каналах, а получить от Путина можно много одновременно. У Беларуси нет других источников существования, только российские кредиты. Поэтому я так подозреваю, что это демонстрационная вещь. Когда хотят нападать, и вы это помните по 24 февраля, наоборот, отрицают, что какая-либо война возможна и что она будет. А нападают из-под тишка, подло. Вот когда реально хотят нападать. Если трубят во все, значит, бубны, скорее всего, это чисто информационная кампания. Ми вже згадували, пане Андрію, про ОДКБ, насправді про організацію, яку Путін часто порівнював з аналогами НАТО, що це організація, яка може забезпечити, ну, пробачте за тавтологію, безпеку, надійність, оборону один одного. Зараз ми бачимо, що, ну, криза, це, так м'яко кажучи, відбувається. Якщо раніше мова йшла про конфлікт, за словами росіян, з наших слів, війну в Україні, зараз вже мова йде про конфлікт Азербайджан-Вірменія, і це також є таким дуже болючим питанням. Можна сказати, що ця криза в ОДКБ заглиблюється і що дуже скоро організація, ну, потерпить певних змін? Ну, это здесь Лукашенко абсолютно прав. Эта организация мертва. Мертва с момента, когда вот началось две войны, одна армяно-азербайджанская, где АДКБ оказалась вообще не способна даже хоть как-то помочь своему члену, хотя прямо по договору обязан это делать. Вот как есть статья 5 в договоре НАТО, так есть такая же статья АДКБ, никто даже не пошевелился. И когда началась агрессивная война России, точнее горячая фаза агрессивной войны России против Украины, то же самое. Ни один член АДКБ официально не поддержал эту агрессию. Это мертвая организация. Она не способна никого не защитить. Единственная операция, которую она провела за все время, это разгон мирных демонстраций в Казахстане. Вот максимум, на что они способны, это приехать на день-два, увидеть мирных протестующих и как-то их попугать. Все. Как только речь идет о реальной боевых столкновениях, они все как исчезают. И вы еще один конфликт не вспомнили между Узбекистаном и Таджикистаном. Да, так что где бы там ни были, или Киргизия, если я не ошибаюсь, где бы ни были конфликты, эта организация не способна в принципе на них реагировать. Поэтому это мертвая организация. Пашинян абсолютно правильно все там сказал. Отказался подписывать итоговый документ. Вы видели реакцию и Путина, и Лукашенко. Это была реакция бешенства. Это люди сидели за столом как враги. Поэтому очевидно, что ни о какой союзнической там миссии, роли этой организации не идет в принципе. Для чего тогда это все Путину? Для чего это все тягнуто вот так вот с примусом? Путин имеет в голове реставрацию Советского Союза. Все, у него вот все, что связано с этими республиками, это его такие какие-то воспоминания о том, как оборона была в Варшавском блоке и в Советском Союзе. То, что это в 21 веке вообще не работает, никого не интересует, для него, это, вот, я уверен, это был очень тяжелый саммит. Во-первых, потому что его все там унижали, никто не хотел даже сфотографироваться с ним рядом. Вы ж видели, да? От него отшатывались, как от прокаженного. Ну и каждый по-своему там Путина хлестал по щекам. Даже Лукашенко, который прямо намекнул, что Россия может проиграть. Он до этого как-то не позволял себе такое. А тут вы сами процитировали, он сказал, если Россия проигрывает,
эта организация распускается. То есть он это допустил как абсолютную реальность или буквально как не следующий шаг. И все остальные там тоже. И Токаев, мягко говоря, послал Путина подальше с его спецоперацией. Да, и Пашинян сказал, что никакие вы мне не союзники, вы ничем не помогли. И все, в общем, очень четко донесли ту мысль, что это ширма, а не реальный оборонный союз. Насправді проти Білорусі, як і проти Росії, вже країни Європейського Союзу запроваджують санкції. І ми знаємо, що це значно впливає на економіку Білорусі. Хоча з іншого боку є інформація, що Білорусь постачає до Європейського Союзу меблі та деревину, для виробництва якої використовує, що важливо, примусову працю в'язнів. Ну це фактично так було і раніше, так що це не забороняло. Та для Лукашенка це не було такою точкою недоторканності. Скажіть, будь ласка, як це відбувається в Білорусі? Чи дійсно, наскільки зараз активне є це залучення таких людей? І що то зі співпрацею з Європейським Союзом наразі? Ну, на самом деле, остались какие-то такие серые зоны, вот как вы упомянули, да, когда древесину, которую Европа бережет, свою древесину, она покупает в других странах, и разные там мебельные элементы делаются в Беларуси. Но раньше это было просто заключенные, которые работали согласно там этому кодексу. Теперь в Беларуси огромное количество политических заключенных, тысячи и тысячи. И получается, что политические заключенные делают мебель для Икеи. Это абсолютный абсурд. Наш демократический лидер Светлана Тихановская подняла этот вопрос, направили официальные запросы в эти компании, на каком основании они используют труд политических заключенных. Как это вообще? И, ну, будем смотреть. Мне кажется, что этот скандал еще развернется. А если брать в принципе экономическая модель Беларуси, она очень простая. Это колония, это сейчас колониальная экономика. Есть метрополия в Москве, которая выделяет деньги, потому что они все-таки могут из земли что-то там качать и продавать, если не Европе, то на Восток. У Беларуси нечего качать. Вот, ну, деревья можно рубить, да, но их тоже немного. И единственный ручеек финансов идет из Москвы. Это абсолютная колония. Придаток сейчас, ну, можно сказать, почти регион Российской Федерации. Ну, в даному разі посилалися не на Тихановську, добре, що ви згадали. Також британські громадські організації цим дуже активно займаються. І, зокрема, оце дослідження належить компанії EarthSight. От це вони про це писали. Андрію, дякуємо вам. Я думаю, що ми до цієї теми ще будемо повертатися. Андрій Курейчик, член координаційної ради білоруської опозиції, був на прямому зв'язку з нами в рамках марафону «Єдині новини».